Мы прибыли сюда из города Патры, на ваши благословенные земли. И принесли крест апостола Андрея Первозванного. Это является великим историческим событием. Και για σας και για μας. И для вас, и для нас. Φανταστείτε ότι ο Σταυρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου για πρώτη φορά βγαίνει από την πόλη των Πατρών και από το ναό του. Крест святого апостола Андрея впервые выходит за границы не только нашего города, но и храма. Και αυτό γίνεται για δική σας ευλογία και αγιασμό. И это происходит для того, чтобы дать возможность вам получить благословение. Με την ευκαιρία των 1025 ετών από τις βαπτίσεως των Ρος. В сочетании с празднованием 1025-летия Крещения Руси. Ερχόμαστε κοντά σας με πολύ αγάπη. Мы приходим к вам с большой любовью. Και με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κυρίου Κυρίλου. И по благословению святейшего патриарха Кирилла Московского и всея Руси. Αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Но и также по благословению святейшего Синода Элладской Православной Церкви и архиепископа Иеронима. Ερχόμαστε κοντά σας γιατί είστε αδέλφια μας. И мы прибываем к вам, потому что вы наши братья. Για να σας δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη χαρά στη γιορτή σας. Чтобы даровать вам еще больше радости в вашем праздновании. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν για να φτάσουμε κοντά σας. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помог нам в принесении креста. Πως είπα προηγουμένως στον Αγιώτατο Πατριάρχη. Святейшего Патриарха Кирилла. Την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Святейший Синод Элладской Православной Церкви. Τον Αρχιεπίσκοπό μας, κύριον Ιερώνυμο. Блаженнейшего Архиепископа нашего Иеронима. Το Ίδρυμα Άγιος Ανδρέας και τον κύριο Γιακούνιν, τον Πρόεδρό του. Фонд Андрея Первозванного и председателя Попечительского Совета Владимира Ивановича Якунина. Τις εκκλησιαστικές αρχές του τόπου. Священное начале Русской Православной Церкви, а также местные власти и весь народ, благословенный народ русский.